А перед началом данного видеоролика советую вам подписаться на канал Razer Game. Чувак делает ролики по Need for Speed, Flatout и еще по нескольким играм. Канал интересный, так что переходим по ссылке в описании и смотрим чувака. Ну а мы начинаем! Привет, народ, это снова Демси, и сегодня у нас стартует новая рубрика по Need for Speed Most Wanted. Возможно, это последняя рубрика, потому что снимать данную игру мне уже надоело, но это будут челленджи, и их будет много, поэтому можете сразу в комментариях писать свои челленджи, только нормальные, чтобы я смог их пройти. И тогда, возможно, я именно их и выберу и буду проходить в следующей части. А сегодня у нас будут два челленджа, которые мне уже успели прислать. Это будет челлендж о том, чтобы пройти Изи на стоковой машине, что в принципе вполне реально, и сейчас я вам это докажу. А также челлендж о том, что мы сможем пройти финальную погоню, не уничтожая копов абсолютно. То есть даже с помощью погонеломов, которые валятся на копов и их машины ломаются. Давайте посмотрим, короче, как я смогу это пройти. А также не пропускайте стримы, на которых я прохожу Need for Speed Most Wanted, которые тоже давно хотел пройти, а также там будут различные другие игры. Стримы практически каждые выходные, так что не забываем их смотреть. Ну и естественно поставьте лайк, а мы начинаем. Я беру сразу же Cobalt SS, не прокачанный абсолютно, можете сами посмотреть, вообще чисто сток, который может только быть, и проходим Изи. Ура, я не доехал до финиша первым, я так рад. Переигровка, короче. До свидания, Изи. Первая гонка выполнена, осталось пройти только круг, кольцевую, блин. Нет, черт возьми. На стоковой машине оторваться изначально невозможно. Даже если вы суперпрофессиональный игрок. Ха, не смогла меня обогнать. Еще музончик играет офигенный. А чё это она сбросила скорость? Побоялась машин, что ли? Хотя это ж бот. Но она старается. Да ладно.
Да ладно! Вот же сволочь. И не врезается, главное. Мне просто не хватает мощности. Или в ключевых моментах не хватает закиси азота. О, затупило, отлично. Давай еще раз затупи. Она здесь умеет тупить, но на этот раз она почему-то не затупила. Все, это походу ГГшечка. Если не врежется, конечно. Да ну так в повороты входит, нифига себе. У меня из-за нехватки управляемости дикие проблемы. Сейчас придется переигрывать вторую гонку, короче, я так понял. С кем не бывает. Все-таки это сложно. А я плохой водитель, поэтому на поворотах я почему-то вообще не справляюсь. Но по идее же технология Catch Up должна работать. Я должен как-то ее догнать. Вот сейчас, например. Она подается, но уже поздно. Да ладно! Да ладно! Да ладно, черт возьми, как? Зачем ты поддалась прямо в конце? Короче, спасибо, Иси, я тебя прошел, ты вообще просто затупила. Спасибо технологии Catch Up, потому что иначе не догнал бы ее. И да, это реально, и я выполнил челлендж. Теперь давайте попробуем выполнить второй челлендж, а именно не убивать копов. В самой последней погоне не убивать никого. Это будет довольно трудно, потому что копов слишком много, но я все равно попробую пройти. Но это почти нереально. Но я никого не трогаю, они сами себя убивают. Я думаю, это не считается. Потому что я не управляю компьютером, он сам решает, куда ему ехать и кого врезаться. А вы думали, я так прост? Ха, изи обманка. Они, походу, даже не поняли. А, нет, вертолет сразу понял, сообразил, гад. Ну, вот они сами себя убивают. Я в этом не участвую. Я никого из копов не убивал. Ха-ха, как вам? Какое заграждение... О боже, какое слияние джипов. Прям 18+. Третья попытка. Они издеваются. А, ну это не я сделал. Это коп, спасибо. Хотя нет, не получится. Кросс? Как Кросс умудрился сдохнуть? А, он поехал через сцену и, короче, сам себя убил. Красава, Кросс. Суицид на высшем уровне. А, ха-ха. Все рассчитано. Я просто чувствовал. Я не знал, я чувствовал. Уже такой опыт. Еще одна минута, чуваки, еще одна минута, и мы сможем пройти этот челлендж. Точнее, выполнить его. Да ладно! Он сам меня толкнул и сам сдох. Это считается? Что? Как они меня поймали, черт возьми? Что ж, попыточка номер 4. Я надеюсь, что с этого раза точно получится, потому что...
прошлый раз все получилось. Только вот меня поймали. Непонятно почему. Ха-ха, да, я вас опять сделал. Они... как? Тупо все подохли. Из-за одного дауна. О, слушайте, как насчет укрытия? Они же тупые. Они знают, что мы здесь, но не проберутся. Эй! Это шанс. Определенно. Но правда, это ненадолго, потому что, о боже, начинаются жуткие проблемы. Кросс. О, это же Кросс! Эй, дружок, привет. Я сегодня добрый. Я не буду тебя убивать. Нет, не лезьте мне, блин, под руку. Я же предупреждал. Вот это опять не я сделал, но это было круто. Я еще ни одного копа не убивал. У меня руки не в крови. А могли быть. Изи. Да. Объект жесткий просто. Попался. Давайте по рельсам. Там они не часто ездят. Кстати, работает. А это они уже второй раз так говорят. 8 машин. Отлично. Так я ведь даже не ехал туда. Вы чего? Сбой коммуникации. Внимание, код 3. Одна машина. И еще целая минута. Ай! Что? Что это было? Вы это видели? Ха, как тебе такое, вертолет? Потерял меня, да? Но правда, мы все равно не уйдем. Но зато у нас... Слушайте, давайте подождем. Он нас пока не палит все равно. Главное, что он стоит и ждет нас. То есть он знает, что мы с другого выхода будем. Хотя... Нет, он потерялся. Отлично. Но он все равно смотрит сюда. Да ладно, он походу слышит. Давай, Мия, звоним. Будем быренько валить отсюда. 3, 2, 1. Да, поехали. Это опять же не я, меня толкнули. А! Да ладно, что это вообще было? Опять мы слились. Пятая попытка. Это жесть. Я думал, все будет намного проще. Но нет, они сами вынуждают. Постараюсь не потерять его. Я сейчас просто по докам поезжу. Уже 22 машины. Как вам? 20 машин. Просто потому, что по докам езжу. Не удастся. Инфосотка. Еще 2 минуты, это радует. Теперь это я уж точно смогу. У меня аж просто руки трясутся сейчас. Обидно было бы сейчас проигрывать. Да.
объект просто мощный. Я уже 5-й раз прохожу. И он все равно знает, где мы. А, нет, уже не знает. Отлично. Нет, он знает. Подкрепление. Кстати, мы успеем. Мы можем быренько сейчас успеть проскочить. А, не получится. Ну хорошо. Он развернулся, едем обратно. 10 секунд. Ну уже. 4, 3, 2, 1. Так, теперь вопрос. Тут шипы есть. И они остались, да? Ну прекрасно. Еще и подмога сейчас будет. Ну, блин. Надо быстренько. Да. Валить. А, это сложно. Но я смогу. Я смогу. Я это сделаю сейчас. Уже достало. 5-й раз. Только меня заносит почему-то. Боже, как они мешают. Нет, отвалите! Нет, я не позволю взять себе клещ. В 30 машин, как вам, нормально? Нет! Ух! Как это рискованно! Я почти у цели! Yes. Ух, все. Я прошел, черт возьми, долбанный челлендж. Я его выполнил. Эй, я это сделал. Даже без нитро. Правда, с 5-й попытки, но сделал. Я думаю, что оценка удовлетворительная. Серьезно? Кросс. А ты, оказывается, слабак. Все, мы прошли, выполнили челлендж и, по сути, можно завершать первую часть челленджев. Я надеюсь, что вам видосик понравился, так же, как и мне, потому что я, конечно, страдал, но мне принесло это удовольствие. Я какой-то мазохист, походу. Ну, отчасти, потому что мне просто нравится выполнять челленджи, это довольно забавно. А пока что давайте заканчивать серию. Это был Демси, и первая серия челленджей по Need for Speed Most Wanted. Всем пока!